Жизнь ради жизни. В Махачкале открыли памятник всем врачам, которые погибли в борьбе с коронавирусной инфекцией. Памятник расположен на территории медицинского университета. В церемонии открытия принял участие и в РИО главы Сергей Меликов. Открытие памятника тем, кто отдав свою жизнь, защитил и продолжает защищать нас, простых людей, я говорю об этом действительно объективно, потому что сам столкнулся с бескорыстным отношением врачей, на себе это испытал, им абсолютно все равно, кто перед ними находится. Высокого ранга чиновник или простой человек. Они ко всем одинаково внимательны, они ко всем одинаково душевно относятся и подходят, и на самом деле продолжают выполнять свой долг и сегодня. Этот мемориал будет вечной памятью о тех, кто во время пандемии до последнего вздоха остался верен клятве Гиппократа и кто отдал свою жизнь ради спасения людей.